Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет, мир, добро, любовь и свет. И мы с вами находимся в жилом комплексе «Атлантис». Давно обещал вам его заснять, и давайте посмотрим, как же быстро он растет. Как я вам и говорил, самое тяжелое для любого застройщика – это ноль. Это выйти вот этого бетона. Посмотрите, сколько здесь похоронено в опорную стену, сколько здесь похоронено внизу, под, в том числе под парковку и так далее. И, конечно же, когда выходит с нуля, уже дальше дело техники. Мы с вами можем вниз спуститься здесь на сторону парковки. Не буду показывать. Здесь двухуровневый паркинг, два этажа – тоже большой плюс. Либо же по новым правилам просто-напросто не дали бы возможность. Что сделать? Ну-ка, подсказывайте мне. Все правильно. Не дали бы возможность. Блин, а что я должен? Как должен идти? Офигеть. Прикольно. И как? Офигеть. Блин. Прикольно, ребят. Ну что, давайте, наверное, я здесь первый раз нахожусь. Попробуем мы с вами пройти по-другому. Раз. Опа. Нормальный черепашка-ниндзя. Ладно, давайте посмотрим с вами, что же у нас представляет данный жилой комплекс. Вижу очень много монолитной конструкции. Вижу тот самый технический этаж. Это еще не первый этаж, это у нас технический. И давайте мы потихонечку с вами поднимемся на второй этаж. Сразу говорю, в доме два лифта, два блока. Немножко номера поменялось, сделка оформляется у нас в Росреестре. Ну и, конечно же, второй этаж и первый полностью у нас раскуплен. Попробуем с вами посмотреть третий этаж, потому что на третьем этаже есть у меня хорошая перепродажа от одного клиента. Брал он из расчета того, что будет сам здесь жить. И так получилось, что они переехали гораздо раньше. Опять же, подкопили деньжат и теперь говорят, что готовы все-таки готовы купить площадь побольше. Давайте посмотрим все это, что же они решили себе взять. Итак, сложные лабиринты. И сейчас покажу, какая квартира. Ну-ка. Блин, все-таки, наверное, третий этаж не самый лучший, что я выбрал. Очень много у этой опалубки. Давайте спустимся все-таки на второй этаж. Со второго этажа покажу. Лучше покажу этаж ниже. Но при этом вы будете иметь представление, чем я буду вам показывать этажи выше, но при этом подвергать свою жизнь опасности. Мне еще детей кормить. Все, понятно, вот здесь лифт. Здесь еще один лифт. Где лифт? Все у нас в монолите. И я заблудился, ребят. Заблудился. Я потихонечку перешел во второй корпус. Сейчас, секундочку. Кстати, давайте сразу посмотрим на третьем этаже. Этот корпус уже залит. Посмотрим, какие же здесь видовые характеристики. Если, к примеру, мы взяли самый дальний. В любом случае, боковой вид на море есть. Боковой вид на море есть. Даже с самого дальнего, самого отдаленного корпуса. Ну, давайте посмотрим еще, да, прям самый последний, который у нас находится вплотную к соседнему дому. И здесь, да, в принципе, соседние дома, ну, не критично. В любом случае, боковые квартиры имеют не самый худший вид. Это вот прям предпоследняя квартира. Ребят, даже, смотрите, даже вид на море присутствует, даже со второго этажа. Поэтому, я думаю, все, кто у нас купили квартиры, вот эта часть, они были гораздо дешевле. Я считаю, что вы молодцы, потому что вы сэкономили на цене за квадратный метр, и в это время взяли больше площадь. Все, это у нас третий этаж. Давайте все-таки спустимся на второй и посмотрим, что же там у нас такого интересного имеется. Где же у нас лестница на второй этаж? А, вот она. Все. Кстати, здесь уже четвертый этаж готов. И на примере второго этажа мы посмотрим все планировочки, которые тут имеются. Вот он, второй этаж. Ну-ка, давайте посмотрим. Итак, два коридора. Преодолеваем мы данное расстояние. Преодолеваем корпус. И вот здесь, кстати, здесь посвободнее, поинтереснее. Вот эти квартирки были самые небольшие.
которые прямо вперед они смотрят, да, 28 квадратных метров, конечно же, они раскуплены у нас в первую очередь, потому что это прямой вид на море, даже со второго этажа, вид просто бомба. А я хотел бы вам показать квартиру от инвестора, которая вот эта квартира, только этажом выше, квартира 54,4 квадратных метра, минимальная цена у застройщика 180 тысяч рублей за квадратный метр. Мы готовы продать квартиру по 145 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира, кстати, офигенная. Доплата за газ не нужно, ничего не нужно. Блин, ну, ребят, классная квартира. Офигенная квартира. Она планируется легко ее сделать в две изолированные спальни. Ну и, конечно же, кухню-гостиную. Посмотрите, дом полностью весь монолитный. Представляете себе? Да, вот оставили вот здесь вот такие вот небольшие двери для того, чтобы можно было объединить одну квартиру, например, с другой квартирой. Вот она, да, чтобы шло объединение. В общем, все довольно-таки неплохо, ребят. Ну и, конечно же, вот этот угол тоже один из самых популярных. Квартира 52 квадратных метра. Минимальная цена на восьмом этаже 160 тысяч за квадратный метр, 8300. Она тоже планируется в мини-двушку. Две изолированные комнаты. Соответственно, вид на море. Солнышко с той стороны настает, и он там у нас падает. Поэтому, если не хочется жару, то лучше брать вот именно квартиры 54 квадратных метра. Вот эту часть лучше брать. Вот, смотрите, вот здесь у нас заход, вот с этой стороны. Вот у нас коридор. Мы сейчас с вами заходим. И вот на эта квартира. 54 квадратных метра. Ну, есть, конечно, квартирки поменьше. Например, вот следующая квартира у нас идет 37 квадратных метров. Это типовая однушка. И даже со второго этажа, ребят, чтобы вы понимали. Вот так вот я каждую ночь слышу на улице транспортной. И даже здесь есть боковой вид на море. Да, есть потолки высокие. И посмотрите, дом полностью монолитный. Даже почему-то на Артура не похожий. Почему-то до последнего думал, что будет монолитный каркас. И будет заполнение непонятно чем. А вот следующая квартирка у нас идет 29 квадратных метров. Это, наверное, больше как студия. Минимальная цена квартиры 160 тысяч рублей за квадратный метр, 7 этаж, и цена 4 миллиона 670 тысяч. 4 670. Мы видим дачу Кадырова и видим с вами море. Кстати, специально показываю второй этаж, чтобы все могли себе нафантазировать, что будет выше. Как и обещали, видовые характеристики просто бомба. Ну и следующая квартирка у нас 46 квадратных метров, она пошире, кстати, она интересная квартира. И стоит она всего лишь 7 миллионов рублей. Есть квартира на 7 этаже. Также присутствует вид, конечно, в каждой квартире присутствует у нас балкон, само собой. В общем, как бы так, ребят. И давайте все-таки с вами посмотрим последнюю квартирку. Это квартира 35 квадратных метров. Непонятная какая. С боковым каким-то аппендиксом. Непонятно. Ладно, непонятно, ребят. Надо смотреть схему. Пока для меня это непонятно. В любом случае, давайте подведем с вами итоги, ребят. Итоги таковы. Дом строится. Динамика очень даже хорошая. Ну, давайте я уж покажу и эти квартиры, да, вот, которые с видом в сторону Адлера. Здесь, конечно, деревья заслоняют вид, поэтому здесь вид начинается с четвертого этажа. Хороший вид именно с четвертого. Либо надо вырубить все деревья. Теперь мы найдем с вами выход. Не находим выход. Сейчас найдем с вами лестницу счастья. И прыгаем. Кстати, посмотрите, да, везде все с монолита, все хорошо сделано. Придраться, в принципе, не к чему, да, нет у нас этих вот перекрытий непонятных. Вот перекрытие, которое есть, это вот прямо где балкон. А в целом, посмотрите, везде потолочек, да, в любых квартирах, даже с большим пролетом, эти квартиры 47 квадратных метров, пролет просто огромнейший. Но здесь, получается, можно сделать только всего лишь две изолированные комнаты с естественным освещением. Если же мы с вами рассматриваем квартиры, которые имеются у нас на, получается, на углах дома, да, 52-54, то там можно спокойно сделать две изолированные комнаты. И это большой, ребят, большой плюс. Поэтому с умом выбираем себе
квартиру. Опять я куда-то не туда зашел, блин, задолбался я гулять, ходить. Непонятно ничего, где здесь что находится, ребят. Сейчас мы все-таки погуляем. Сразу говорю, технический этаж это еще есть. Это не жилой этаж. Здесь не знаю, что будет располагаться. И внизу есть у нас еще возможность добраться куда, как вы думаете? Да-да-да, на парковку. Ульк! Все. Прошел сквозь стену, как Супермен. Ну и внизу парковка есть. Парковки, конечно, тоже не дешевые. Опять же, почему все здесь не дешево? Да потому что район дорогой, земля дорогая, строечки рядышком дорогие, море 350 метров, все условия созданы. Детский сад, школа, гимназия на расстоянии 150 метров, ну максимум 200 метров, ладно, пускай будет 200 метров, море 350 метров. Все это располагает к тому, что здесь и жить, и сдавать комфортно, ребят. А за комфорт в Сочи нужно платить. Все, ребят, вам всем хорошее настроение, вам всем побольше позитива. Ну и, конечно, вдруг, если интересуют инвесторские квартиры в данном жилом комплексе, либо квартира застройщика, названиваем мне, я с большим удовольствием вам дам обратную связь. А теперь, ребят, всем пока, бежим с вами на мой объект.